29-летняя Регина Тодоренко подвела итоги года. Телеведущая гордится, что смогла совмещать карьеру и материнство. В декабре прошлого года звезда «Орла и решки» родила первенца, сына Майкла. Регина не хотела отказываться от карьеры ради ребенка, поэтому быстро вышла из декрета. Тодоренко было непросто, но она счастлива, что у нее все получилось. Накануне Нового года телеведущая решила вспомнить, чего ей удалось добиться в 2019-м. «Я похудела на 18 килограммов и снова поправилась на 5, отрастила огромный зад, выпустила второго сезона шоу «Пятница с Региной», решила купить франшизу очень крутого центра, уже отсняла на Бали новый образовательный проект для еще одного YouTube-канала, побывала в списке Forbes, разработала вместе с креативной командой стилистов спеце бокса красоты для каждой девушки, получила ТЭФИ, стала женщиной года по версии Глэма», с гордостью написала звезда в Instagram. Регина также вспомнила, что отравилась на радость своим хейтерам, которых раздражает ее позитив и умение радоваться жизни. Телеведущая отметила, что потратила на благотворительность 1 000 000 рублей. Она надеется, что спасла чью-то жизнь. Вместе с сыном Тодоренко побывала в 7 странах, покаталась на доске для серфинга и на нервах мужа. О семейной жизни с супругом Владом Топаловым звезда не стала много говорить. Тодоренко лишь заявила, что они наконец-то нашли ключи от всех потайных комнат отношений. Ранее телеведущая рассказала, что смогла впихнуть ребенка в свою жизнь экстремалки. Недавно звезда «Орла и решки» раскрыла секрет похудения после родов. Телеведущая в сексуальном купальнике похвасталась гибким телом на Бали.